Ну что ж, примемся за дело. Не в пример этому мультяшному бегемотику, который до ужаса боялся прививок, малыши из детского сада 14 идут на вакцинацию с улыбкой на лице. Говорят, не страшно, потому что полезно. Ведь прививка – это комплексная защита от вирусов и бактерий. Зачем вам нужны прививки, скажи нам? Чтобы не болеть. Тоже не боюсь. Прививать от гриппа в этом году начали раньше обычного, потому что рост заболеваемости обещает разразиться раньше срока. Вакцину, которую используют в этом году, называется «Савигрипп». Она показана детям от 6 месяцев и старше. Страна-производитель – Россия. Очень хорошие очищенные вакцины в шприц-дозе, в удобной упаковке, с очень тонкими острыми иголочками, безболезненные. Мы в прошлом году работали уже, и вы знаете, не было никаких нежелательных реакций на введение этой вакцины. Дети очень хорошо переносили и достаточно высокий иммунитет. Сделать прививку ребенку или отказаться – дело добровольное. Каждый родитель вправе сам решить для себя вопрос вакцинации. Но, по словам медицинских работников, сегодня все больше людей говорят прививкам «да». Ведь многие понимают, грипп страшен не только своим течением, но и осложнениями. В этом году, кстати, ожидается грипп штаммов H1N1, H3N2 и группы B. И все эти штаммы содержатся в прививке. Я рекомендую родителям давать согласие на эту прививочку, так как прививка, она предохраняет не только от заболевания гриппа, но и от других вирусных заболеваний. Но даже если и заболеет ребенок гриппом, то он принесет это в легкой форме и без осложнений. В группе дошколят детского сада 14 привиты почти все. На очереди младшие и средние группы. Каждый из них уже через месяц получит иммунитет к опасному заболеванию. Но пока в качестве бонуса конфеты за бесстрашие. Школьников начнут прививать, как только они выйдут на учебу в первой половине сентября. Школьников в этом году вакцинировать будем вакциной Ультрикс, которая применяется для вакцинации детей против гриппа с 6 до 17 лет. Вакцина находится в шприц-дозе, разовая доза 0,5 мл. Практика применения отечественных противогриппозных вакцин Ультрикса и Савигриппа в городе Магнитогорске показывает, дети переносят прививки хорошо, побочных эффектов медики не наблюдали.